одинцовские единороссы в рамках проекта «Городская среда» встретились с жильцами дома номер 48 по Петровскому шоссе в Голицыне по вопросу благоустройства детской площадки. Объекту уже 11 лет, и на сегодняшний день он устарел. Жители обратились с просьбой оказать содействие в установке новой детской площадки и спортивных тренажеров. По результатам встречи готовим соответствующее обращение в администрацию Одинцовского округа, рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев.